Я теперь уже приветствую. А давай в этот, как его. А что-то я вообще дал, да? Что-то я. Давай в призен ко мне. Тут никого нету даже, Кубен. Давай, давай, лечу. Забыл, что хотел сказать. Ну ладно. Привет, здорово. Короче, будем мучить для вас контент. Мы втроем, возможно, поедем. У меня друг, как бы, корешок поедет с нами. Вроде как завтра начальник, если его на работе одобрит. Ну-ну-ну. То втроем поедем, уже повеселее будет. Нормально. Он еще... у нас домик трехместный, он бухает, кстати. Ну, может, подбухнуть с тобой как раз. А этот, как его, мне спиннинг-то намутили? Да, все четко. А, ну все. Я сейчас набрал, знаешь, кучу всего. Все, а это от души. Выполняем челлендж без инфы, 3 попытки, 3000. Здорово, Андрей. А насчет без инфы сейчас сказали, что... Без инфы. Ну, типа, люди обижаются, что мы там у-у-у делаем. Может, какое-нибудь дорогое условие замутим? Не, мы можем не делать у-у-у, давай, типа, будем... Просто, типа, по инфе говорить? Не по инфе, типа. Ну, ой, типа просто по житухе, типа, да? Ну, метками, типа. Блин, это, конечно, тоже круто. Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Просто нас двое. Эти хоть камни убивают, ты хотя бы знаешь инфу, что где их убили, и типа уже подстраиваешься. А тут права на ошибку как бы нету. Там есть один камень сидит. Какой? Зевс. Вау. Ну и этого можно. Ну что, посмотрим, давай, иду, отыграем, посмотрим, как пойдет. А друган твой права возьмет? Да, конечно. Ты вообще не хочешь разрыв садиться? Нет. Сука, охуел, блядь. А я не пью, в принципе, нет. Че мне, пофиг. Для меня трасса, ехать на машине, это вообще, я так ненавижу. Я просто наездился в свое время. По 8 тысяч километров. И я засыпал реально за рулем, прикинь, по трассе. И типа, и в камни улетал. И пиздец, короче. У меня просто, знаешь, единственная проблема — это 12 дня и где-то до 4. Вот это солнце, а поля, леса. И ты такой, типа, начинаешь ненормально. Ты что, залутал там наверху? Я не ходил туда наверх. А большое здание? Да, я думал, ты там. А ты где лутался? У меня все есть, в принципе. А ты где лутался? Вот эти помойки синие все облутал, да и все. В смысле, а мы что? Вдвоем с тобой их лутали? Я тоже их лутал. А, да? Тогда пойдем наверх. Я думал, ты дом пошел, залутал? В смысле, я эти дома лутал, за тобой ходил. Так я после тебя нашел, пиздец, вообще там еще. Это на разговорах уже чисто. Короче, спать я люблю, спать. За рулем почему-то, только. С пивом между ног, да? О, это вообще нормально будет тогда. В Nintendo рубясь. Такой я вообще, короче, идинал. Открыл дверь заднего автомобиля, посадил человека, пристегнул ремнями безопасности, поехал, да? Ты сегодня, я так смотрю, вообще нормально поспал, да? Я сегодня спал прям, ну... Нет, я с утра вставал, ездил, а потом же это дальше, и все, оно спится, пиздец. Угу. И ты меня разбудил вот там во сколько. Нормально. Ну чё, Андрюх, с челленджами-то будем делать? Может быть, по инфе что-нибудь такое с аирдропчиками? Чё-нибудь там, экшончик какой-нибудь? Без инфы-то, я думаю, мы сможем взять топ, просто это будет... Да играем уже, чё, получается. Давай, же там нет сверхусловий никаких, типа Нет, просто топ взять, типа, и всё. Блядь, киллов нахерачить, пойдём? Нет. Просто рядом держимся, и всё. Можем рядом держаться и на топ играть, и всё, как мы умеем. Просто у меня мушка, и всё. Ню-ню. Ага, мы пойдём тогда полутаем. Походи, и поездим, полутаемся, не упарываемся, и всё. Такое будет нормально. И выполним челлендж, Андрюх. Кстати, мы на базу к подписчику будем заезжать? Что? На базу к подписчику будем заезжать? Или это вчера коры были? Нет, это не коры были, он правда говорит, так я его знаю. Встречались с этим человеком, я же тебе о чем и говорю. Я закупался на этой базе 3 года назад, когда первый раз ездил туда рыбачить. Меня отправили туда вот дядька, получается. Ну вот, чипал, говорит, мы там всегда закупаемся, нас знают. От меня тебя встретят, все дела. Они снабжают всю Россию
они оптовка. Прикольно. То есть они розница. То есть, а по знакомству одели меня там 4 костюма, там, знаешь. Прикольно. Так. А смотри, я сейчас расскажу, что я взял с собой. По крайней мере, список, что жена сейчас будет класть. 2 рыбацких костюма, резиновые сапоги, сменные кроссовки, которые, ну, на всякий случай будут в сумке в этой. Потом 2 футболки с длинным рукавом, 4 футболки с коротким. Трусов 5 пар, носков 5 пар. Что там еще? Свитер, шапка, шарф и все вроде из одежды. Ну, мыльное-рыльное, понятное дело. Все. Чего? Я просто не знаю, что еще положить. Батарейки и все. Ну, это все да, батарейки, это все да. Ноутбуки, батарейки, не, ну, заряжалка. Экспедиция. Я это... просто не знаю, что может быть еще надо, типа, чтобы не продуло. Ну, там аптеку чуть-чуть еще насобирал. Да, надо еще... вот взять чуть-чуть анальгинов, обезболивающих, 100% я тоже возьму аптечку какую-нибудь с собой. А что, может быть, плоховато быть? Не, ну а вдруг какая хуйня, ты в лесу там что сделаешь, ты хуй кого чего вызовешь? Ну да, те же, те же обезболивающие надо, по-любому, чтобы были просто так. И там, не знаю, йод, зеленый. Ты сказал, в лесу, говорит, что-нибудь будет, я нахуй в лес вообще не пойду. Ну так, а мы куда едем? Ну ты же там же, ты же говоришь на это, на лодку сел и рыбачишь с нее и обратно. Не, ну я, блядь, ну порезался что-нибудь, я не знаю, зуб заболел, ну, блядь, ну, хер его знает, человеческие факторы. Водку выпил, да и все. Ну это у тебя, бля, я выпил и сдох. Опа, у меня кто-то стреляет. Это... Ага. Я, говорит, выпил и сдох. Хуя кубет, блядь. Че мучиться там? Отжигает. Теплые носки возьми. Нет, теплые носки 2 пары, я же сказал. Шерстяные. Больше не знаю, что еще можно. Если что есть еще, скажите, что, может, я что пропустил. Потому что у меня-то ограниченное количество того, чего я могу взять. Вот я сам беру самое это нужное. Я думаю, сапоги плюс носки топовые, плюс теплая одежда, шапка и шарф, я думаю, это будет самое лучшее. Что-то надо посмотреть. Блядь. Сапоги не будешь брать? Да хуй знает. Посмотрим. Угу. Я завтра буду собираться. Я еще не собирался. Я типа съездил. Ты видел, что я купил? Ты не скидывал ничего? В смысле, блядь, не скинул? А куда скинул? В WhatsApp я скидывал там. И этот, на рыбалку съездил на Камчатку. Чуть-чуть икры-киты подловил. А, это-то вообще нормально, это я видел, да. Чтоб ты не, там, не говорил, что тебя икрой с монетки кормят. Это я видал, видал. А мы в оптовой базе, да, последний раз будем закупаться? Типа там пивас, миндрас там. Нахера? Что такое? А где? Красно-белое заем, купим все. И база. Все нормально, да. Мы там уже где-нибудь, там тоже эти на северах есть магазины. Там, может, наверное, все в 3 дорога. Ну там, блядь, на 2 рубля логистика заложена. Нормально. Просто у меня чувак типа работал на севере где-то вот, там. Он вот говорит, прям там туда, куда мы поедем, у них там вообще пиздец цены. Вот, да, он говорит, там пачка пельменей стоит чуть ли не под 500 рублей. Ну так, а там весной вертолетами доставляют продукты. Водами, блядь. Ты мне так сказал, как будто меня там пытать будут, зубы выкалывать, резать. Ну, мы типа... реально едем вне, из цивилизации едем, вот не знаю, в какие там. Дома будем дровами, дом дровами будем топить? Конечно. Бля, там столько контента можно снять, это жесть. Конечно, нет, мы будем приходить, дом будет натоплен, и все тепло будет, типа вот так, там. Прикольно, ну типа дальше по желанию, да? Я же тебе говорю, там, на рыбалку угнали, говорим, во сколько будем. Мы приезжаем, у нас стол накрыт уже. А на рыбалку мы угнали, с нами кто-нибудь есть, кто шарит или как? Кто? Я? Никого нету? Ебать. А катер, в смысле, дают? Сузуки, моторы, будем богом ходить там. А в смысле, нам катер дают, вот троим, и мы поехали, все? Конечно. Хочешь, 2 дадут. Да не, нам одного хватит, куда нам 2-то? Мы вот, мы вчетвером гоняли, на 2 развлекались. Ну как, рыбачили. А с нами как никого удобнее, не типа. Будет какого-нибудь, кто типа шарит там или вот что-нибудь? Вот я беру челика, он будет это, снасти тебе это. А по местности вдруг мы там медведя увидим, и что мы делать будем? Тут рикс, выживай. Мы будем с лодки ловить. Пиздец, блядь.
Да нормально все будет, охуенно. Ты просто такой контент еще просто. Я-то думал, там типа будет у нас рулевой в лодке, который шарит, где там, чё, кого. Мы там сами все шарим, не переживай. Ну ты там был, короче, знаешь, что, да? Куда? Конечно. Там? Ну все туда. Кубен знает. Как думаешь, стоит обновлять монитор с Full HD на 2К? Короче, я вам скажу сейчас одну простую вещь, с которой я сегодня разговаривал с NVIDIA. Когда выходят новые карты, сегодня часто разговаривал по телефону, выйдет у Asus новый монитор с 386 Гц. Это будет Опа. Самый лучший монитор. Чё? Все, уже 240 уже не в приоритете, Нет, да? Нет, уже все, да. Вот, он выйдет уже примерно скоро под новые вот эти видеокарточки. Вот новые видеокарточки выйдут, 10-го получается. 3090, 3080. Да, да, и под них сразу Asus выпускает монитор, там через месяц где-то. Будет 380 фепса на них, герцовка в смысле. И эти видеокарты будут спокойно тянуть, эти фепосы. Он будет Full HD-шный, одна миллисекунда, типа, и все. Че, будем ждать или поедем? На гору на туалет поднимается, братан, смотри, короче, 290, давай зазумим. А у меня 3, у меня 3X из Карель. Работай. Понял. Там коряки лежали, вон он. Так, а у нас здесь где-то лодка была? Вот сзади у меня. Пойду подгоню. Осторожно, Легас, тебя по ходу дела заманивают. Кубен тебе в расту возьмет и будешь на него стримить. Будет на меня работать. Не на жену теперь, а на меня. Ты такой говорит, вдруг медведя увидишь? Срать кирпичами начинай. Я тебе говорю, мы такие, что может, ну, устали в лодках, типа, сидеть. Погнали по берегу, походим, покидаем, типа, ну, спиннинг. Да, да. Вышли такие, раз, два, кинули, подходим, там такие следы просто здоровые. Мы такие, что может, в лодку? Да, да, такие, все обратно в лодку. Там следы медвежьи просто огромные. Жесть. Так, ребят, завозим лукасы свои царские. 336 лайков, подписки. Не забывайте оформлять VIP-подписки. Так, мы же без инфы играем, да? Инфы вроде никакой сильной не давали. А, ты давал же инфу, я давал. Дал инфу? А, ну, да. Ну ты же говорил, ну то... Да, я забыл где-то. Уже. Это тяжело, блин, как без инфы-то? На этом ты играй построена, нет? Вот, не слышу, говорит. Андрюха говорит, не слышу, что пить на рыбалке будете. Этот не пьет пропуск. Я тоже не хотел. Как орешок у меня может подвыпить. Ну вот, во, он же сказал вискарь. Думаю, что такое? Он сказал, вискарь же возьмет, да. Бля, правее, уходи, нас закроют. А и кнопку стоит. Он сказал, что вискарь возьмет. Кто возьмет? А, я Ты. Возьму, да. Да. Под мостом будем их закрывать, нет? Не, дальше. Уходи. А даже на дальняк нечем закрывать-то, но. Там вообще вон эти бунгянки. Я там гроза, жуянги. Видел? Давай на эту гору, и перед нами люди будут. Они перед нами в кем заплыли, видел? Нет. Швартуй здесь, швартуй, да. Все, они могут уже с той стороны подниматься прям. Пойдем. Опять инфу дал. Ну ладно. А, блядь, ну пиздец. Пока что-то тишина. Да, они вон пришвартовались и ушли в кемп. Как бы к ним подойти грамотно, тихо, чтобы они не спалили нас. А точно они ушли в кемп? Вон они вверх бегут, выше кемпа. По правой стороне. Не точно инфу не дал, но... Блядь! Ну как без... Короче, как этот вискарь-то называется, который ты возьмешь? Этот макгрегоровский. Не помнишь, как он называется? Вискарь, пивасик. Поппер как-то, как он там? Вот его вообще нормально. А сколько он? Литрушка, полторушка? Половинка? 75 вроде там. О, нормально. На 2 дня хватит. Или на 1. Жена говорит, напьетесь, вас медведи съедят. Вот как-то я бы не хотел бы помирать молодым. Мне нельзя, у меня стримы. Буду погибать молодым. Мне нельзя, у меня стримы.
Блин, я брал три этих. Так вы поняли, да? Вы раскусили. В такие места всегда надо брать товарища побольше и понеуклюже, чтобы медведи не догнал. Чтобы медведя не догнал. Вы увидите, как я втоплю, если я увижу медведя. Я буду первым на самом высоком дереве. Пятерки. Лего, привет. Такой вопрос, играя в ТРП, иногда и не прогружают текстурки. Не подскажешь, берег, с чем это связано? Шагать, видеокарта на 2 гига. Процессоры 5. Здорово, Коляныч. Вопрос по GTA 5 RP не прогружает текстуры. Но либо это комп слабый, либо ты стоишь в густонаселенном месте, где даже сервер не справляется. Вообще, посмотри, у меня настройка на GTA 5 RP есть по самым минимальным этим. Самые минимальные настройки через программу. Пошел. Ага. Мне кажется, компик не вывозит Коляныч. Юлиана Грин, лучше медведя ни разу не встречать. Она пишет, кто смотрел выпуск Портнягина про тайгу, ни разу медведя не встретили. Я надеюсь, мы тоже не встретим ни разу медведя. А ты издалека их видел? Да. Там, да? Вот. Ух ты. Они с кем-то воевали, да? Тубик. Попал по левому. Да. Блять, по двоим попали. А это их? По мне попали. Отхожу. Что-то как-то сильно попадает. Что за дым? Если ты его начнешь упарываться, издалека другие стреляют, Кубен. Это ты какого? Ага, я понял. Опа. Я понял. Ага. А, сейчас я тебе место дам. А где этот шлепан? Левее ушел. Не, левее туда уполз. Левее дерево туда, он оббегать начал влево там. Не вижу. Вот сюка. Надо было сразу его убить. В окне там этот. И справа. Да. Я отхожу. А еще дымы есть? Да. Так, сейчас. На меня отойди. Да. Сейчас посмотрю, что есть. Блять, у них говно тут. В сейве? Хз. Они рашут, нет? Не, они очкушники. И нам на них надо бежать, вот в чем вся проблема. По берегу пойдем, что ты. Давай. Мне бы каску. Один пошел. Идет. Чекают нас и идут. Право еще рубят. Зайду каску. Они нас пытаются закрывать. И БРДМ еще впереди. Чувствую, нам хана. Ты на по берегу прям. Давай, направо уходи. Меня целят с БРДМа. Как мне уйти? Под зумлю. Все, уходи. По мне никто еще не стреляет, не спалили. Уходи, Кубен. Все, проходи, бротик, я ему. Все, я в сортире пока посижу.
Не палюсь. Меня бы РДМ не видел, но те могли увидеть. Ты в норме? Вот с БРДМ стоять. У меня нету этих... Блять, как это? Да заебали они, я другие. Все, забей. Добивает. Это которые с БРДМ тебя убили-то? Нет, да слева те же самые из домов. Нихуя он попал. Да я цель. Тебе надо было просто мне помочь и все. Маленько пострелять. В кого? У меня нету никого, никого не видно. Они там вон маякуют. Надо было кинуть БРДМ, вообще они там пускай курят. Он один, интересно, в БРДМе сейчас убежал. Я их видел. Он, смотри, без шлема, блядь. И второй. Они вообще без ничего там, забей, просто с калашами, блядь, надаль стреляют. Слева вот эти опасные крысы. Да-да-да. Я пока посижу. Берите скаты посерьезней. Так некого брать, кого брать-то? Пока некого брать. Кеннис должен прийти. Кеннис не писал, когда придет? Я вообще с ним не общался. Понял. Блять, было бы что-нибудь поинтереснее. Хотя бы граната. А те крысюки ушли. Ебать, это кто вообще? Ебать, прикольно. О, этого убить можешь. Все, его убили. Он его поднимает. Гранаты не было? Не. Возле БРДМа, что ли, челика убили? Эти двое, да подожди, подожди, эти двое пойдут, ты их обоих выстрелишь. Да, 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 только бежать далеко потом придется, я спалюсь. Где этот? А эти уехали, сука. Опускайте, я вот... Они их закрывать пошли. Они поплыть они хотят, мне кажется, я бы на их месте тоже поплыл бы. Кстати, да. Блять, бежать дохуя, сколько? Два квадрата, в принципе, норм. Да съебите вы на своем БРДМе, ну что вы делаете-то, блять, а? Пошла жара. Ох ты, он убил, походу, БРДМщика. Все, БРДМ, сейчас он побежит, и ты его убьешь. Все, он твой сейчас. Лутай у него, чё? Не успею, походу. Лего Плей. Чё? План Лего Плей. Да. Батя, вот ты помойку одел на спину. Зона. Перезаряди берил. Да какой, мне некогда. Тут пятая фаза, блять. А, ну да, так согласен. Я даже на БРДМ не успею уехать, походу. Не, догонишь, нормально. Еще и полечиться успею, походу. На морок, а не тут все вначале куда-то ехать, там дальше. Сори, бензы мало. Он сидит справа. Ебать, он там все лежат, все тусят где-то, непонятно. Давай, пожалуйста, зону, зону! Нормально. И тут по-любому кто-то будет, ведь. Правее надо, говорят, нет? А, нормально, 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 нормально. Угу. Да я думаю, сейчас в гору пойду.
Тебе в складку на. Подожди, заглуши, бенза нет. Я там иксы не взял. Что успел, то успел. Да нормально ты взял. Нормально вытащил. Че тут такая тишина? Вот где дача дымится, тут где-то коряк должен быть. Угу. Пока посидим. Дымит тут пацан. Что-то тут подозрительно тихо как-то. Слева, братик. По башке сразу, блядь. И чё против меня, Лю Кенги? Вправо в зону занимай, нет? О, один остался. Один, да, в один. Да, да. Четко. Живи, брат. Блять, хоть бы одну гранату бы дали. Так, а эта хуйня взорвется, нет? Это да. Зоны вышел. Угу. Делай обратно, пока хилится. Может, еще бордемся. Сосать, иди, блядь, в жопу, блядь. Хорош. Хорош. Топ-1, хорош. Чисто по тактике такой. По тактике. Кто-то там мутил. По тактике мутил. Место хорошее занял. И топчик один взял. Ну, такая, типа, без скиллов. На супчик. На супчик. На разогревчик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На разогревчик самое оно. Вкусненько, готовенько, под тайгу.